Итак, сегодня мы будем печь вафли. Нам понадобится молоко, сливочное масло, яйца, мука, разрыхлитель теста, кукурузный крахмал и сахар. Что у тебя застряло? Ложечку дать? Нет. Давай ложечку дам. Нет. Надо же вытащить оттуда. Нет, нет. Все. Так, что мы сделали? Мы сначала все сухое размешали, да? Так. Теперь можно... добавить муку. Можно вот. Да. Добавим муку. Нет, ты целую высыпать туда. Конечно. Так, ну давай поставим ее в сторонку куда-нибудь. Мне нужно еще. Чего еще? Вот это нужно. Ну что, размешали яйца, да? Ну, а нужно сюда надо? Да, теперь сейчас будем добавлять, да? Вот это? Да, яйца туда будем. Да? Да, да, будем выливать. Сможешь? Вкусные вафельки у нас получится, да? Так, подожди, дай тебе молочко еще дам. Надо размешать хорошо. Ну вот. А теперь добавляем масло. Вот, отлично. Размешиваем. Как миксер, да? Как гипноз. Если долго смотреть на мешающее тесто, то можно уснуть. Да, Домик? Ты спать не хочешь? Нет. Так, ну вот. Расскажи нам тогда дальше, что ты будешь делать. Нам же надо наливать все это теперь в вафельницу, правильно? Вафель. Да. Вафель. Ой, а что там мама делает? Еще картошечку смотри. Да. Слушай, у нас сегодня прям такой ужин будет вкусный. Ну давай делать дальше. Доминика, давай дальше делать. Садись. Сейчас будем включать вафельницу и делать вафли дальше. Их же надо наливать туда будет. Да. Вот размазать тоже еще. Пока они у нас получились вот такие. Все вместе.